Губернатор Кубани Бенимин Кондратьев обозначил основные направления работы органов исполнительной власти региона, по которым предстоит жить и развиваться Краснодарскому краю в этом году. По мнению главы региона, конечный итог этих задач – улучшение качества жизни населения. Уже в феврале 2017 года бюджет Краснодарского края будет скорректирован с учетом нужд социальной сферы, а также с учетом поступления федеральных субсидий. Кроме того, необходимо держать на контроле своевременную выплату заработной платы на предприятиях края и не допускать роста задолженности. Одной из поставленных задач является сохранение домов культуры, особенно на селе. Сейчас на эти цели в региональном бюджете предусмотрено порядка 70 миллионов рублей. Еще одна важная тема – использовать для развития социальной сферы механизм государственно-частного партнерства. Приоритетным направлением работы Краснодарского края в 2017 году остается строительство школ, детских садов и поликлиник. Больше всего нареканий от жителей края на отрасль жилищно-коммунального хозяйства, поэтому предстоит серьезно развивать эту сферу. В прошлом году в крае было заменено больше сетей, чем за предыдущие 3 года, и этот темп нельзя снижать. Также необходимо следить за тем, чтобы управляющие компании необоснованно не повышали тарифы на свои услуги. Поддержка фермерства, малых форм хозяйствования – задача, стоящая перед сельскохозяйственной отраслью. Глава региона поручил разработать меры поддержки для аграриев, которые хотят заниматься переработкой и продолжать наращивать поголовье крупного рогатого скота. В год экологии под самым пристальным вниманием должны оказаться особо охраняемые природные территории. Развитие спорта – еще один приоритет органов муниципальной власти. Работать по всем этим направлениям необходимо уже сегодня. Времени на раскачку нет, убежден Вениамин Кондратьев.